Всем привет, я Малек СТ, и сегодня, блин, я же забыл фона, так, попробую еще раз. Всем привет, я Малек СТ, и сегодня, я буду рассказывать, почему я ненавижу подыгрыку. Ладно, пошли. Подыгрыка, это популярный детский канал, который у них 476 тысяч подписчиков, и у них ник, USERPD20H35R, у них только 6 видео. Вот это у них видео. Но мало того, что я любил смотреть подыгрыку до апреля этого года, но родители заставляли ненавидеть это. Они выложили кучу мультфигни, но слава богу, что они удалили 27 видео. У них первое популярное видео было подыгрыка, щенок по кличке Арчи, мультфильм для детей, которое в этом видео набрало 8,3 миллиона просмотров. И у них последнее видео было подыгрыка, невоспитанная гостья, мультфильм для детей, которое в этом видео набрало 2,9 миллиона просмотров. Какой ужас. И вот даже хочу, чтобы этого канала заблокировали. Если вы пойдете в сайт playbyart.ch, то вы можете заметить, что здесь есть удаленные видео, а у сайта Wildbatch не тоже произойдет. Вы можете посмотреть удаленные видео в канале Даилами, или в канале Оксаны Иванютина. На жаль, что вы не сможете сделать перезаливы канала подыгрыки, потому что L2 мати не содержит эти ссылки. Ладно, я закончил свой разговор, так что подписывайтесь на мой канал, и не мечтайте больше про подыгрыку. Ладно, удачи.